Приветствую вас, друзья. Сегодня не собирался вообще-то, в принципе, снимать видео. Но буквально полчаса назад позвонил товарищ. Он ехал как раз с церкви домой. И на его глазах сбили белохвостого оленя. Да? Он мне сразу позвонил. Он говорит, тебе не надо, а приваду там или что. Ну, абсолютно свежий, да? Олень. Мы с сыном быстро, блин, прицепили, блин, прицеп. Съездили, блин, забрали. Вообще-то, по правилам, надо было позвонить консервейшн офицеру. Взять разрешение у него. $10 он стоит. Чтобы он приехал, посмотрел. Ну, как он мне тогда говорил, еще года два назад. Увидишь, забирай. Нам это только убирать. Это, блин, очень большие, блин, расходы на государство идет. Ну, я поехал, она еще маленько, скажем так, дергалась ногами, да? Ну, я думаю, что, блин, скорее всего, судя по ушибам, она попала только головой. Ну, вот такая здоровенная, блин, олениха. Я, блин, правда, сейчас не знаю, я хотел бы и шкуру бы оставить, да? Ну, сын там сейчас опять по интернету уже нашел, блин, какие-то болезни у них, блин. Я ниже снимать не буду, там очень много крови. Ну, посмотрим, что будет, да? Шкуру я сниму, я хочу оставить ее себе. Если она нормальная будет. Ну так, расческу, блин, проводишь очень много, конечно, волос, шерсти. Жалко, блин, в любом случае, блин, но ничего не сделаешь. Это у нас бывало раньше, я когда на траке работал еще, у нас за ночь в деревне лежало по 8-10 штук. Ну а теперь очень много нефти. Это маленько, блин, все убавилось. Но сейчас очень глубокий снег, и косуля, она неосторожная, да? Вообще неосторожная. Она ищет, блин, где-то, блин, поближе, блин, к фермам. У меня, блин, вся малина изрыта, блин, до некуда. Точно так же, как и лисицы. Они, блин, сделали у меня уже тоннели, не знаю какие. Ну и снимать я буду, блин, как всегда, как и койота или лису, до ляжек, до колена, скажем так, да, и вниз. Ну так как мне ее не сдавать, я, блин, скорее всего, буду снимать не чулком, а просто, блин, разрежу его на целиком. О, бедный, блин. У нее же должны быть маленькие, блин. Жалко. Очень жалко. Ну, ребята, бывает и такое, да? Тракеры у нас, блин, через деревню несутся, блин, 110 км в час. Тормозить 42 тонны под задницей, а то и больше, невозможно. Я 5,5 лет проработал на траке, и слава богу, я ни одну не сбил, ни одну. Но тормоза менял раз в год, потому что, блин, тормозил, блин, если, ну, вижу даже зайца, тормозил, блин, полным ходом. Нам запретили, блин, вообще, блин, на тормоза нажимать. Если ты увидишь, блин, только не дай бог ты с дороги съедешь. Дави на газ и вперед. Ну, я так не мог, ну, поэтому были у меня некоторые замечания, так скажем, ну, не злые, вот так хорошо все, да? Ладно, ребята, буду снимать, потом, блин, скорее всего, засолю ее, и на днях буду мездрить ее. Сначала, блин, как всегда, расчесывать.
Да, она, в принципе, довольно чистая, хорошая. А, жалко мамаша, жалко. Очень красивая шкура. Все прекрасно. Самое лучшее мясо мы вырежем. Остальное я буду разрезать уже собакам на корм. Потому что, я думаю, все знают, что вот именно вот этот жир, его есть абсолютно невозможно. Это, блин, полная катастрофа. Нам в первый год подарили пару штук пакетиков. Так пришлось их и выкинуть, да? О, да, она, блин, получила очень сильный удар по голове. Вот у меня был случай вот такой, я на траке ехал, лунная ночь была. Я вижу, где-то 100 метров в поле косули идут. Вот эти, да, белохвостые олени. И все стадо побежало. Одну не увидел, и она зацепилась за трейлер. Между кабиной и трейлером. Они догоняют, они идут параллельно, и потом начинают, у коллеги между баком застряло. Ну, где-то вот так. Ладно, ребята, снимать буду, блин, как всегда, точно так же, как койота. Но только, блин, буду разрезать сейчас машину. Я думаю, завтра покажу я еще, блин, продолжение, скорее всего. Ну, жалко, блин, такие, блин, хорошие, блин, и сиськи, блин, и все, да? Ну, что ж, сделаешь-то. Ладно, ребята, попозже, блин, включусь. Ну вот так, ребята, снял шкуру, да, однозначно, что удар прошелся не только по голове, больше нигде. Вот такая вот шкурка, довольно неплохая. Ну и, к сожалению, большому, к сожалению, я думаю, что у нее воняшки были бы. Живот не буду разрезать ни в коем случае, не хочу, поэтому, скорее всего, отрежу маленько, блин, она очень худая, очень. Ну, 1,5 метра снегу, да, им тяжело, я это верю. Одни ребра и позвонок вот так торчит. Отрежу маленько мясо вот здесь, по спине. И остальное пойдет уже моим собакам. Так уж получилось. Очень жалко вот эту, блин, олениху, блин. Ну да, точно. Бодняшки, блин, это, блин, 100% были бы, да? Ну, ничего не сделаешь. Если у нас вот такие дебилы, блин, на дорогах ездят, по деревне 110, блин, пилят. Чего ж ты хочешь-то? Не видно удара ни здесь, абсолютно нигде, да, на животе. А вот только снизу один удар, я думаю, бампером болт ударил в голову. Скорее всего, вот так. Жалко. Что ж делаешь-то? Ну, ребята, это, конечно, не охота, это, блин, больше, блин, как собираем, да, за идиотами. Ну, что ж делаешь, у меня тут пол показывать не буду, у меня тут по колено все в красной жидкости. Ну, шкуру я себе оставлю, я попробую что-нибудь с нее сделать, может, получится. Хотя они очень сильно линяют, потому что они болеют, да? В этом году беру, блин, 1,5 метра снега, пока они докопаются, блин, до этого. Сами видели, у меня и лоси, блин, во дворе, блин, все ходят. И
так абсолютно везде. Сегодня в город поехали на выставку. Ходят и косули, и зайцы бегают. Короче, полный дурдом. Ладно, ребята. Это на сегодня все. Я маленько вырежу еще. И остальное уже, как я уже сказал. А там собака. Хорошего вам дня, хороших выходных и удачной охоты. До свидания.